Всем привет! К нам приехал Xiaomi Mi Note 2, который является FDD-версией с 3G-поддержкой. Говорят, что в версии TD тоже есть 3G-сети для Украины. Это правда, в них есть 3G. Модели отличаются, можно отличить по надписи под аккумулятором. Здесь вот код есть 2015-051. Так вот, в TD он 0.52 в конце. Как отличать версия? А в 3G, в FDD-версии 0.51. Аккумулятор емкостью 3020 мАч. Аккумулятор честный, я проверял. Реальных 3000 мАч. Камера 13 мегапикселей. Процессор 8-ядерный МТК 6595. С видеоускорителем PowerVR 6200. Это самый сейчас современный видеоускоритель. Он тянет все игрушки без исключений. Дисплей разрешением Full HD. Диагональ здесь 5,5 дюйма. Пошло включение. Пока приступим к комплектации. В комплектацию входит USB шнур. Зарядка на 2 ампера, насколько я помню. Сейчас проверим. Xiaomi зарядка. Да, 2 ампера зарядка. Хороший зарядный бачок. Маленький. Не греется сильно. Телефон за свои деньги не имеет равных. На аналогичном процессоре, например, построен Meizu MX5, который стоит в два раза дороже. Все, больше у нас ничего в комплекте интересного нет. Да. Только зарядка, аккумулятор. Пока у нас включился телефон. Приступим к нему. Экран хорошего качества. Когда приедет, вам покажется сначала, что какой-то он мыльный. Просто нужно снять пленку. Он будет ярче. Я ее сейчас снимаю, клею внутрь. Сам смартфон поставляется с прошивкой фирменной Android плюс MIUI. Вантуту выдает 40 тысяч баллов. Вот такой вот корпус, белый цвет. Динамик громкий. Сейчас я включу, продемонстрирую. Автофокус рабочий. Фокусируется не быстро, но не критично. За такие деньги это отлично. Всем спасибо.